Приветствую всех, с вами снова Юрий и канал «Простого Колымчанина». И вот какая пришла мне в голову мысля воскресным ясным утром. А не прокатиться ли мне на работу на машинке? Тем более вызван директором по тревоге «Зачем?» расскажу в следующем своем видео. Ну и не буду долго разглагольствовать, поехали. Прокатимся по начинающему желтеть августовскому Сусуману. Впереди перед нами домик советской 10, разукрашенный и уже давно начавший облазить. Вот все-таки качество покраски, хоть пацаны и всякими пропитками мазали, но все равно шелушится краска. Вот двор советской 10. Справа магазин «Весна» бывший, сейчас загребли определенные торгаши его себе под гараж в центре города. Бывший сусуманский ГОК, сейчас столовая, магазины. Улица Гоголя была справа. Поворачиваем в город. Проезжаем самую страшную улицу, Советскую. Такой дороги в Сусумане хуже нет. Площадь Сан-Бэбила. Магазин «Полярник», еще тут магазинчики всякие. Магазины и магазинчики. Поедем прокатимся по улице Ленина. Магазин моего друга Миши Шибистова в бывшей конторе Сусуманского узла связи и почты. Тут, правда, тополя уже пожелтели чуть-чуть, хотя уже давно пора. Переезжаем улицу Раковского. И дальше по Ленина. Тут тоже дорожка так себе страшная. Самолет проезжаем сейчас. Из-за него, походу, я и поехал сюда, чтобы посмотреть на него так, с дороги. Впереди центр досуга. Новая красивая площадь, про которую я уже в предыдущем видео тут рассказывал, как она готова уже стоит. Бан бывший. И разворачиваемся. Поедем по Раковского, выедем из города. О, школа бывшая, первая, в которой я учился. Почта, телеграф тут тоже был. А вот эта школа сейчас. Впереди пик такой. Вот слева самолетик Л-18, встроенный в стенку. Четырехэтажки. Станционных техников.
Маяковского и на выход из города, на выезд. Джигиты он не правил ни хера. Лучше пропустить. Узел связи. Слева милиция. Справа Билибина 3. Билибина 9. Выезжаем на красивую асфальтированную трассу. И по гладенькому сейчас на работу в совхозные гаражи. Слева Сусуманский горный техникум, бывший сейчас промлицей. Майская 45, Билибина 21, пятиэтажки. Сворачиваем. Совхозные гаражи. Облаков целая куча. Тайван. О! Пронесся. По трассе обычно бурундуки бегают. А тут наглец появился. Я иду на работу, на метеостанцию еду. Запрыгиваем в тенечек. Вот и все. Опять смотрим в лес.